примеру, Мауру Шира хрыщ попадаем. Я про это. В ребра. В ребра, голова висит, пум. И только после этого мы уходим. То есть, бам, нога встала и окуряш. Лучше давай попробуем. Еще раз. Наработка координации. Из тысячи возможных вариантов мы сейчас пробуем вот этот. Нарабатываем нашу собственную координацию. Один удар вслед за другим, передвижение, вход, выход. Это основное. Это из разряда, вот это работает, это не работает. Это все полная фигня. Работает все, что вы натренировали. И против любого все, что вы натренировали, работает. Против любого работает все, что вы натренировали. Если вы зажглись этим, вы захотели обладать определенным ударом или натренировали очень-очень-очень классно для вас, на ваш взгляд, связку, вы ее прячете, не даете, не показываете, пам-пам-пам, ищете и хыщ-хыщ-хыщ. Это работает. 8. А сейчас это координация. 8. Вдруг вам что-нибудь понравится, захотите себе оставить. 8. Только для этого. Вариативность. И забыл, что мы делаем.